доброе утро. У нас сейчас 11 часов дня. Я, значит, собралась. Никита там в ванне собирается. Сейчас мы едем в город по моим делам. Никита поедет со мной за компанию. Он вообще не хотел ехать. И я была бы не против, чтобы он не ехал. Но я, короче, да, такая вафля. Я ни разу... Обычно Никита покупает эти талончики через интернет, там, через приложение, а я этим никогда не занималась. Я Никите говорю, а если у меня что-то не получится, а контролер зайдет, а 200 злотых штраф, а я не успею, и все, у меня паника, что вдруг у меня что-то не получится, потому что у Никиты бывает, там что-то эти приложения как-то очень странно работают, лагают, не всегда пополняют счет, и я думаю, блин, сейчас я пойду... Сяду там в трамвай, и что, как мне купить? И я начинаю паниковать, и Никите говорю, и что, я выйду на какой-то остановке, не буду знать, где я, буду звонить и говорить, ищи меня. И он говорит, ладно, я поеду в этот раз с тобой, покажет мне, как этим всем пользоваться. Вот, я научусь, туда он мне покажет, обратно будем ехать, и я попробую сама. Вот, надеюсь, наши планы долго время, много времени не займут, я думаю, часок. Может, полтора? Блин, ехать до центра 20 минут. Ну, хорошо, что на трамвае. Пробок не бывает на трамвае, поэтому нормально. Сейчас будем выходить как раз-таки через... Никита, 5 минут до выхода. Вот, выйдем, пойдем мусор выбросим и на остановочку. Не знаю, ли на улице холодно, на улице снег лежит. Погода, наверное, либо плюс один, либо минус один. Вот в районе этого... Она у нас сейчас стабильна такая, поэтому, да, надеюсь, я не замерзну. Мы направляемся на остановку. На улице, кстати, не холодно, мне вообще нормально. Кайфово, обожаю маски, очки запотели, все вижу как в тумане. Надо так ходить. Сейчас они у меня отпотеют, как в машине. Вот у нас тут грязюка, а не дорога. Снежок лежит. Че, будем сегодня в снежки играть? Нет. Хочу. Не хочу. Ладно, идем. Через 5 минут Никита посмотрел у нас там этот трамвайчик. И я успеваю, все отлично. Да, а кстати, мы сегодня с утра не встали на стрим, потому что решили поспать перед делами, чтобы нормально себя чувствовать. Короче, в итоге. Ну, короче, оправдание. В принципе, как всегда. А мы вот доехали, смотрите, тут какой-то такой памятник стоит. Смотри, сверху там якоря. Тут, короче, птички, не знаю, ли они еще там сидят. Я, короче, этих птичек не знаю, когда последний раз вообще в жизни видела. Это как снегирей. Снегирей я видела последний раз, когда в садике была, представляете? Блин, отсюда, наверное, будет не видно. Там сидят на островке, у них очень длинные хвосты, и они черно-белые. Вон там вон стая такая прыгает. Такие прикольные. Так, а мне нужно вот в это зеленое здание. Ох. Пойдем так. О, зеленый. Зеленый. А, там половинку, дальше. Половинку. Да, половинку только. Приехали. В принципе, недалеко. Такие тут офисы интересные. Что тут ездить на самом деле? Ну да, тут сел, доехал. Ну, пробок не бывает на трамвае. Не бывает, да. Тут... Только единственное, трясет на поворотах. 20, ну и что? 20 минут и ты на работе. Да. А, ну мы не говорили, что это у меня собеседование. Да. Я думаю, все поняли. Ну и что ж, ребятки, все, собеседование прошло. Вроде прошло хорошо, как и все прошлые, но у мужика я увидела на листочке, там еще 5 человек после меня. И мне кажется, у меня шансы не очень большие, потому что у меня нет опыта работы с чем, кого, с чем, типа с документацией всякой, вот это вот, фактурами и так далее. И если придет, мне кажется, человек, у которого есть опыт работы, то понятно, что возьмут того, у кого есть опыт работы. Ну ладно, посмотрим. Сказали, что сегодня-завтра ответят. Но если что, я сильно не обижусь. Потому что офис там так себе, конечно. Комната, и из комнаты еще одна маленькая комната. Там 3 человека работает. Сидят, чаи гоняют, вот. Идем сейчас на остановку. Я запыхалась. Поедем домой. Никита сел телефон. Сейчас будет весело. Мне кажется, должны быть какие-то такие... штучки, где купить именно по карточке можно. Так, тут у нас, значит, смотрите, KFC. Что купить? Билетик. Вот, скажи, что купить? Тут у нас KFC. Тут у нас идет стройка. Ну как стройка? Демонтаж. Демонтаж. А как там, под низом, да, надо идти? ЖД вокзала, он очень красивый, но вот его решили починить немножко. Спускаемся в подземку. Крыс тут не бегает вроде как, так что нормально.
Зашли мы еще, короче, в банк. Блин, очки потеют, ничего не вижу. Зашли в банк мой, чтобы телефону привязать приложение, а то я не могла вписать там фамилию, все выдавало неправильно. И понеслось. Пройдите анкету, вы уже там не живете, а измените, а туда-сюда. Короче, 30 минут там просидела, анкеты, блин, какие-то выполняла. Короче, с ума сойти. У Никиты за это время телефон, блин, сел. Да. Что я сдавал тебе? Я уже после, когда у меня 10% осталось, я уже не сидел в телефоне, заблокировал все, думал, буду раздавать, мало ли тебе интернет нужен. Ну, да. Ладно. Ну, пахнет. Нам сюда? Нам, мне кажется, нам на другую. Да. Это в одну сторону. Такая, знаете, подземка. Как будто советская какая-то. Все одинаковые. Ну, кстати, мочой не воняет. Так вам информация такая. Powstańców warszawskich. Вот мы и дома. Зашли по пути домой еще в магазин. Вот, купили, короче, молочко. Никита, ты выбросить сегодня 8 часов. Да, мало. Покажи воду. Миринда Оранж Кола. Не знаю, взяли попробовать какую-то апельсиновая кола. Странного цвета, как... Промолчу. Вот, потом курочка. Сметанка всегда пригодится. Творожок зернистый. 4 яблочка. И еще... Ой-ой-ой. В моей сумке тут. 3 пачки вот такого творога. Вкусно, сейчас я попробую. Вот так, 3 пачки творога. Масло тоже. Сколько у нас масла? Тоже 3 пачки? Да. 3 пачки масла. Что, ну, да, да. 3 пачки масла. И Никита психанул и взял баунти на скидке. А какая там скидка? Там было баунти 3+1. Да. Очень выгодно. Очень выгодно. Одно баунти бесплатно. Да, и где там еще это? Блин, в сумке столько всего. Мне вот одна боинка, а Никите 4 баунти. Ну ты тоже можешь баунти есть. Ой, ладно, ставлю греться наше вчерашнее блюдо. Кстати, получилось очень вкусно. Никите понравилось, да? Никита запутался в майке и в кофте. Тебе помочь? Вот, ладно, все, я это все разбираю. А у нас уже, как видно, вечерок. Немножечко, кстати, даже снег пошел. Он очень-очень-очень-очень медленно и очень мало вот так вот падали, маленькие снежинки, очень медленно. Но немножечко насыпало. Там одну машину, конечно, подзасыпало. Возможно, потому что она белая, и на ней так выглядит снег, как будто там сугроб. Но что-то я смотрю, дорог как бы в снегу, но не сильно. Я сейчас, значит, буду жарить курочку, я ее замариновала вкусненько. Никита только что поговорил по телефону. Полтора часа, Никита, полтора часа. Ну я включу с мамой, потом Костя, потом опять мама, потом опять Костя. Лясы точил, полтора часа. Как это говорят, знаете, что женщины там могут целыми днями по телефону трындеть? Ну, с вами разговаривала. Ну это да, я просто сижу, я села поиграть, и мне кайфово, круто, но я уже под конец сижу, думаю, господи, Никита, когда ты придешь? Мне уже надоело Fortnite играть, дайте Sims включить. Вот. И все, Никита вернулся. Я иду готовить курицу, которая уже промаринованная, тут полтора часа пролежала. Будем сегодня ужинать курочкой. Хочется ее прям не запечь, а поджарить, так чтобы была хрустящая корочка. У нас еще немножко осталось запеченных овощей. И, короче, вкуснятина. Вот. Прям не могу. Вроде есть не хочется, но курицу капец как хочется, да? Ну, тогда я... Все, я уже замариновала, мне осталось поджечь плиту, включить плиту. И пожарить. Мы вкусненько поужинали. Вот. Поставили посудомойку работать на ночь. И Никита тут смотрит весьма крайне странные шоу. Даже я такие шоу не смотрю. Хотя, казалось бы, да, я там смотрю 4 свадьбы. Еще что-то там. А он смотрит, смотрите, что. Модель XL.
Это не модель, это реакция. На модель XL. Кузьмы и Антона Власова до шоу модель XL. И как тебе нравится? Шоу нет. Шоу нет, реакция, да. Вот, и на такой прекрасной ноте, я думаю, что стоит уже прощаться, я уже так спать хочу. Я сегодня так плохо спала, и что-то... Да что ж такое, я тебе целую... Это очень кислый чай. Целую ложку тебе кладу. Вот это вот целая ложка, это знаешь, целые три капли тебе капнуло. Ну что ты... Ну это же маленькая кружечка. Зачем ты говоришь, чай плохой, кислющий, блин. Фруктовый, витамин С, между прочим. Да, фруктовый, кислющий, я тебе говорю. Зимой самое то. Так вот, на такой вот ноте я сейчас пойду монтировать влог, но сперва я выпью свой чай без сахара, не знаю, мне вкусный, не кислый, без сахара, между прочим. Вот и тебе не сыпь. Меня не трогайте. И к этому всему, чтобы немножечко подсластить жизнь, подашь мне буэна. Я буду есть буэна и... Вот это вот. Сделала, короче, такие нам по два маленьких бутербродика с шоколадным маслом, обычным маслом. Я чай с сахаром не пью, зато шоколадки-то что только ну, там. Ну, и бананом. Вот. Так что вам такой же сладкой жизни, как и эти бутербродики. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до завтра. Ревидорчик.